Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Вадим Станиславович Казаков. Я старейшина Калужской славянской общины, писатель, краевед, ректор духовного училища Союза славянских общин, славянской родной веры. Я подготавливаю родноверов, жрецов для обрядов и славянской практики. Пользуемся мы в своей работе, в том числе и методикой Владислава Тадеушевича Поляковского. С его замечательной работы хочу посоветовать вам рыцарей Эллады, если кто не читал. Сейчас изучаем рыцарей Гипербореи. А вообще, хочу сказать, что только благодаря его работам преподавание в училище вышло на новый уровень. Ведь многие уже понимают, что традиционные истории, традиционные хронологии, которыми мы сейчас пользуемся, они далеки от совершенства. А вот работа Вячеслава Тадеушевича позволяет нам приблизиться к пониманию того, как создавалась история, как создавалась хронология мира. Ну и хочу сказать, что, в общем-то, его проект «Контики-21», он должен послужить каким-то, скажем так, ярчайшим событием, рупором, через который общество может узнать о развитии российской науки. Не всегда средства массовой информации могут и хотят донести современное веяние в науке до населения. А вот мы думаем, что его вот эта вот работа поможет все-таки, проект, это сделать. Благодарю всех за внимание. До свидания. Всем удачи.